Здравия желаю. Итак, значит, сегодня мы показываем зарядку. Вот провел опыты. Получается, что заряжается вот этим устройством. Вот. Оно, значит, так, 16 вольт, 4,5 ампера. Считаем. 16 помножить на 4,5. 72 ватта. А трата идет у нас 10 ватт. 11, вернее. Сейчас скажу точно. 11 ватт, да. То есть с помощью чего это все идет? С помощью реле. Эти реле Амрон. Вроде пока работает. Реле Амрон. На 0,1 секунды там поставлено. И 0,4 секунды. Таким образом получается, что здесь заряд идет нормально. Ну, 1 секунду на полной, 0,1 секунды на полной, 0,4 где-то на половину. Вот и считайте. То есть тратит. И плюс еще к тому же, видите, идет вперед чуть назад. То есть он еще и обратный ток смотрит туда. Ну, получается по вычислению. Значит. 72 ватта отдает 1,1 секунды. И 36 еще 4 раза. Вот считайте. Видите как? 72. Так. И плюс 36. Половину отдает. Когда выключен, половину отдает. 36 помножить на 4. 252 ватта. Как бы. Неправильно. Как бы 36 ватт в течение, значит, 4 части. То есть вот так вот делаем. Сейчас покажу. Как-то прочитать. Значит. Сейчас. Делаем так. Сейчас зарисуем схему его. Значит, реле. Вот так его разделим. Реле. Реле. 0,1 тут. 0,4. Вот питание. Вернее, даже не так. Это будет не реле. Так не поймете, я не пойму. Так. Это будет, значит, блок питания 72 ватта. 72 ватта. Все получается. Тут вот, вот реле будет. Реле Амрон. Так вот. 0,1 десятая секунды. И 0,4 секунды. Вот. И батарея. Вот это. Под зарядку идет. Так. Батарея. Батарея. Что у нас? Ток пошел вот сюда, раз. Ну, будем здесь вот считать вот так. Разделим так на 5 частей. Раз, два, три, пять.
Первый вот он зашел, вот сюда зашел. 72, вот. Еще 36, 36, 36, 36 и 36. Видите как? Вот. То есть еще 4 раза по 36. Вот. И получается 36 умножить на 4. 144 плюс 72. Плюс 72. 216. А это самое. Со счетчика смотал, вот я считал. 216 ватт. Идет. Как бы не то время. А со счетчика смотал 11. Вот 216 делим на 11. Почти 20 раз. 20 помножим на 100. В общем, КПД вот такое. КПД этой системы 1000. Вот где она? 1963%. Хотите верьте, хотите нет. Кто не верит, проверьте сами. Ничего не скрываю. Ну, я еще, конечно, само собой проверю исчисление. Может, где-то закралась ошибка. Ну, даже ошибка может даже в 10 раз, и то все равно. То есть такая система позволит, если все это не ошибка, такая система позволит... Да, практически-то прорыв. Это можно заряжать через АКБ еще, через него заряжать больше и пользоваться без конца. Но там будет еще потери 11 ватт, еще вот это само через инвертор надо будет, чтобы вот это подключить. Еще 20 ватт. То есть там КПД снизится. Ну, все равно будет 500 где-то. 500%. При инвертере. Ну вот так вот пока это предварительные, как говорится, данные. Еще я перепроверю. Кто хочет, тоже перепроверьте. Если это все правильно, это прорыв.